Волонтеры и студенты берега пивоварки облюбовали давно. Годами пытаются привести красивый природный уголок с водопадом в порядок. Но жители города продолжают свозить сюда самые разные отходы. Свалка росла день ото дня. В черте города все более-менее нормально. И немножко куда-то заедешь, уже есть такие горы мусора. Думаю, у нас будет человек 10. Ну, если будем хорошо работать, дружненько, активно, то все быстренько уберем. Конечно, без техники убрать такое количество мусора было бы невозможно, но помощь пришла. Помогаем убирать различный скопившийся мусор, который неблагонадежные наши жители складировали в таком красивейшем месте нашего города с помощью привлеченной техники. В эту машину входит 23 куба мусора. Значит, еще сейчас дополнительно приедет несколько самосвалов. К сегодняшнему вечеру весь этот мусор, это около 50 кубометров, будет вывезен. Но убирать берега пивоварки продолжат, ведь задача стоит глобальная. Перспектива вот этого объекта, как общественной территории, будет облагорожена полностью территория вся, посажены деревья, кустарники, цветы. Это будет зона отдыха для барнаульцев. Это место очень красивое, правда. И водопадик, и, в принципе, красивая местность. Надеюсь, что сюда не будут завозить мусор, и тут будет чисто. А еще представители общественной палаты разрабатывают нормативно-правовые документы, чтобы увеличить штрафы за выброс отходов в неположенном месте. Для физических лиц до 20 тысяч, для юридических до 200 тысяч рублей с конфискацией техники нарушителей. Эти документы они представят в краевое законодательное собрание. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.